дворе дома по улице Щерса не останавливаются ни на минуту. Здесь меняют асфальт, устанавливают бордюры и обустраивают новые тротуары. Дом попал в федеральную программу по благоустройству. Местные жители рассказывают, ремонта дворовой территории не было уже больше 10 лет. У нас дом сдался в 2005 году, и с 2005 года не делался никакой ремонт. У нас повело всю брусчатку, и местами начал проваливаться асфальт. Минимального перечня работ по федеральной программе формирования комфортной городской среды жителям многоэтажки оказалось мало. Люди доплатили чуть больше 150 тысяч, и теперь в их дворе появится новый детский городок. А вот жителям соседних домов повезло меньше. В этом году их дворы не попали в программу. У нас вообще даже одна песочница, и даже качели срезали, и все. Сказали, не соответствует стандартам, и когда новые, сказали, не будет уже. В этом году в федеральную программу попали 153 двора. На 118 объектах уже ведутся работы. Благоустройство дворовых территорий контролируют сами жильцы. Сегодня ход работ проинспектировал и глава города. Ремонтом мэр остался доволен, а вот рекламу на фасадах зданий, по словам градоначальника, необходимо привести к единому стилю. Попросите их надо, они же тоже будут пользоваться этим двором. Сейчас они у вас получают вместе с вами благоустройство. Ну, пусть приведут, чтобы как-то тоже жильцов-то не позорить. Всем подготовлено письмо. Здесь можно и все и рекламировать, только это должно быть культурно. Конечно. И вот так в одном стиле. За благоустройством дворовых территорий следят и кураторы программы. Артем Речицкий рассказывает, перечень работ, которые будут выполнять по программе, определяют сами жильцы. Люди могут выбрать не только замену бордюрного камня или обустройство детских площадок, но также и озеленение дворов. Мне, в свою очередь, хотелось бы обратить внимание на то, что дворам необходимо дополнительное озеленение, какие-то живые изгороди, которые будут отгораживать дворы от проезжей части, от территории парковки. На мой взгляд, на этом надо делать акцент именно на озеленении. Все дворы по федеральной программе должны быть отремонтированы до конца августа. Екатерина Деревянко, Сергей Кашин, Афонтово, новости.